Шамати, статья 49. Основное – это разум и сердце. Над разумом необходимо работать, как при работе над верой. Это значит, что если человек ленится в работе над верой, он падает в состояние, когда желает только знания, а это нечистая сила, клипа, против святой шхины. Поэтому работа заключается в том, чтобы укрепиться в постоянном обновлении разума. Также в работе над сердцем. Если человек чувствует, что ленится, то должен укрепиться в работе над сердцем и совершать обратные встречные действия, то есть накладывать ограничения на свое тело в противоположность его желанию насладиться. Отличие лени при работе в разуме и в сердце в том, что есть злая клипа против разума, которая по силам привести человека к полному разочарованию, когда разуверится в первоосновах. Поэтому необходимо оказывать противодействие, то есть обновлять свой разум, признавая прошлые ошибки и сожалея о них, а также принимая обязательства на будущее. И средства для этого можно получить от неживого уровня. Наполнение человека верой – это постоянное и вечное состояние, а потому всегда может служить мерой, чиста его работа или нет. Ведь шхина скрывается и исчезает из человека только от нарушения в разуме или в сердце.